В микроавтобусе, на который упали многотонные бревна, находилось 18 детей. Речь идет о ДТП, случившемся на автодороге Челябинск-Троицк. КамАЗ, перевозивший лес, опрокинулся возле железнодорожного переезда вблизи поселка Новогорный. По сведениям полицейских, большой груз двигался на высокой скорости. На повороте его занесло. Бревна полетели в идущий следом микроавтобус, в котором находились дети. Чудом никто не пострадал. Метров 5, наверное, я успел назад дать, и все. Если я, как я понял, если не дал бы, мы бы попали бы в лобовой. Он бы на нас свалил, все. Что я? Ну, там секунды, я не знаю. В данном ДТП дети не пострадали. Благополучно были эвакуированы в город Южноуральск. Водитель КамАЗа рассказал, что его подрезала Тойота, поэтому он потерял управление. Перед переездом по скоростной меня обошла Тойота красная. Обошла меня перед переездом, давай тормозить. Я давай тоже останавливаюсь, он перед переездом тупую останавливается. Просто взял и остановился. Я вижу метров за 5, что я не успею остановиться. С леса нагружен. Взял левее, чтобы обойти его-то, чтобы не произвести ДТП. В отношении водителя КамАЗа, 26-летнего жителя Казахстана, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.